Народ, всем привет! В прошедших видео я делал анонс, что я расскажу про троса. Итак, для чего, какие троса, почему целые троса для нас лучше в деревне, ну, их почему лучше, чем лучше, и какие-то вот эти маленькие нюансы. Для этого я взял вот такой вот штангенциркуль, у меня есть, ну, измерять толщину троса. Итак, поехали. Сено мы заготавливаем, я показываю в стогах и возим это все в стогах. Натягиваем мы это все тросами. Когда я приезжаю на поле, я начинаю подбивать стог. Сначала подбиваю его под самый низ, потом отъезжаю, поднимаю лопатку так вот, ну, на некоторое расстояние, там, сантиметров 10-15 стараюсь, ну, где-то 20, и подбиваю там чуть-чуть повыше. То есть сток шевелю, а подбиваю чуть повыше, делаю такое вот углубление для того, чтобы трос, когда начинаем, мы будем тащить, затягивать на волокушу, впал, не прошел под стогом. Бывает, что и под стогом проходит сток, трос подходит. А вот он сделался упор вот на низком расстоянии и затянул равномерно на волокушу. Сток зашел равномерно в волокушу. Что будет, если трос пойдет выше? Вот так вот. Вот так выше, так вот. Бывают такие моменты. Короче, может быть, и бывало раньше так вот. В моей практике помню. У других людей. Ну и у меня когда-то несколько раз. Сток уйдет, остается небольшой яденок. Подушка с подушка. На земле все это потому, что трос высоко пошел. Итак, бывает, что высоко пошел, бывает, надо вылезешь, трос назад вытащишь. И тогда, когда трос целый, без всяких вот этих узлов каких-то там, а длинный трос, желательно метров 30, чем длиннее трос, тем будет лучше, конечно же, затягивать. Бывает, что и одним трактором возишь трос. Чем длиннее трос, тем он охватывает сток весь целиком. И трактор, когда затягиваешь на волокушу один, тракторист может ездить и маневрировать. Может трактор влево подать, может вправо. Волокуша стоит одна, и длина троса длинная позволяет заезжать, объезжать волокушу и натаскивать его посередине, чтобы он заходил. Тащишь, волокуша стоит, сток начинаешь затаскивать, сток или скирду, и вот где-то начинает пробуксовывать, или его туда-сюда пойдет, или там, или волокушу как-то неправильно поставил, а это ты на тракторе можешь куда-то заехать, подъехать туда-сюда, туда-сюда, чтобы все ровно сошло. Когда бывает короткий трос, то маневр, естественно, такой не всегда удается сделать. Если короткий трос, то тогда надставляешь маленькими, небольшими чекерками. В свое время у нас не было когда троса такого длинного. Или были они там короткие, или не хватало длины. То с собой возил несколько чекеров. Троса всегда нужны, если старый трос какой-то порвался, куда его девать. Всегда они нужны в хозяйстве, пригодиться могут. То есть, к примеру, вот можно, вот такой вот есть чекерок. Для чего нужны чекерки небольшие, небольшие троса. Где-то что-то подцепить, где-то что-то подтащить в том же лесу, ту же машину где-то вытащить. Вот. Крюки бывают, сами знаете, разные. Раз зацепил, вот тут вот у нас есть такой вот тросик, чекерок. Тут, наверное, метра три, наверное. Как соединяется, сейчас в магазинах, благо, все стали продавать. Вот такие вот зажимы. Здесь просто стоит два зажимчика таких вот. Они не завязаны, ничего. Просто открути сейчас вот этот, гайки открути, зажимчики раз, куда-нибудь в другое место пойдут. Такие зажимы продаются во всех хозяйственных магазинах. А вот что бывает, когда даешь какой-то трос и тащат не под силу. Бывает, приходят ко мне люди, вот трос даже, смотрите, с бирочкой был. Здесь
Привозил мне человек с города, с Омска, два таких троса. И это на каком-то автокране. Короче, дал. Приходят люди, дай, пожалуйста, трос вытащить. Трос из-под автокрана с двумя петлями. Длина этого троса была где-то около, наверное, 5 метров. Ну и что, видите? Короче, дернули. Все это дело порвали. Вот тут, естественно, я тут не стал ничего не обрезать. Ничего, но надо будет обрезать. Ну и все, ладно, хоть такой привезли. Вот осталось тут. Тут осталось только 3 жилки. А все это от того, что, ну, не свое есть, не свое, засадили где-то машину, какой-то трактор, что-то еще-то засадили. Ну и как дернули, так вот он и пошел в разные стороны. Чекера, то есть небольшие троса, или обычно бывает на одном конце троса петля, на другом крюк, или просто с двумя петлями. И вот соединяешь их, начинаешь тоже вот, чтобы это длиннее шло. Но с чекерами плохо, потому что бывает, чекер задевает, крючок задевает или петля за волокушу и начинает ее там как-то с места страгивает или задевает, когда при натаскивании начинает трактор буксовать или сток. Ну, одним словом, вот какие-то вот эти неудобства. Когда же идеальный трос, без всяких узлов, просто цельный. Он скользит хорошо мимо волокуши, скользит раз, затаскивает на волокушу, все замечательно, хорошо. И еще один момент, когда есть на тросу есть узлы какие-то, узлы, связки. Ну, а это мой старенький трос. Здесь вот тоже он связан из нескольких тросов, этот трос. Здесь вот это толщина, этот трос здесь на 11, да, на 11, он тонковатый, но он мягкий, как веревка, и к тому же он, этот трос, он связан с длинным толщиной, толщина вот этого троса на 15, вот. На нем, на этом тросу, этим тросом мы в прошлые годы таскали сено, но сейчас он лежит пока здесь, потому что у него, он сам по себе коротковатый трос, там всего лишь метров 15, и им хорошо подтягивать стога. Вот сейчас там стожки кое-какие я скормил, и уже застыло, заведу трактор в ближайшие дни, наверное. И буду подтаскивать, сортировать стога, чтобы какие куда поближе. Ну, так что вот так вот. Поэтому он здесь лежит. Вот здесь. Ждет своего часа. Бывают вот такие моменты. Вот здесь вот видно, как такая вот большая пещера. Здесь уже в деревне начали мы в огороде стали стаскивать трос. Узел зацепился за какой-то, ну, за сток сена, снизу там зацепился, снизу-то оно самое сено, спрессованное очень хорошо. И вот когда стали вытаскивать, вот тут вот выпал вот угол. Я его сейчас в данный момент скормил уже сено, потому что стоит в огороде. Ну, а здесь вот есть такая вот пещера. Если же это случилось где-то в поле и где-то по дороге, то, естественно, сток уже, ну, выбей с фундамента кирпич. Вон и Лена Степановна у меня идет. Че, Лена Степановна? Короче, разговариваешь по телефону. Короче, выбей с фундамента кусок какой-то. Естественно, дом вот так вот поведет. Ну, а здесь, слава богу, сток на месте. Все нормально и все хорошо. Так что вот так вот, друзья мои, для кого я говорю эту информацию? Для молодых, начинающих вести свое хозяйство, я думаю, кому-то будет полезно. И бывают такие моменты, когда трос изнашивается, он рвется на некоторые части, на несколько частей. Я вам советую не выбрасывать этот трос,
я сам прибираю эти кусочки маленькие, и с них можно сделать чекирки. Ну а здесь у меня на стене старой бани, ну, висят вот такие вот тоже заготовки. Заготовки — это куски от разных тросов. Здесь вот кусочек от такого троса, здесь так, насколько он, на 10 тросов. Здесь вот чуть повыше кусочек висит. Тут на 16 или не, на 17 даже трос. Вот небольшие осколки, куски. Вот тоже, вот он заплетенный, пытались заплести. Вот такая вот тросища. Несколько раз пытались заплести. Ну, который раз нормально получалось, который раз не очень хорошо. Ну, все они используются или ждут своего часа, когда будут пущены в дело. Небольшие чекирки, метра по 2, по 3, по 5, по 6. Для того, чтобы, ну, да вы обычно сами знаете, там где-нибудь зафигачится кто-нибудь на джипе, на тракторе, телегу надо вытащить, подъехать нельзя. Береза в лесу, береза повисла так вот. Вытащить, подтащить, вытащить с болота, вытащить машину, трактор, да любую другую технику. Ну вот берешь трос, то, что сейчас начали продавать вот эти стропы автомобильные, там вот как бы стали продавать стропы. Ну они, там то ли нитки гнилые, то ли что, бывало так, что зацепишь этой стропиной веревочкой, она так с виду красивая, раз, бах, порвалась там. А вот тросик, самый лучший, нет, тросик, это надежный, но они есть разные по толщине. Чем тоньше трос, тем он легче, естественно, чтобы он был мягкий, таскался хорошо. И, ну, тоньше трос, он может проходить под стогом, и у него, естественно, площадь опоры меньше. Поэтому, но зато вот этот тоненький трос потом можно распилить на части, когда он придет в негодность, где-то порвался, где-то вы перестали пользоваться тросом, и сделать несколько небольших чекирков, тросиков так называемых, которые впоследствии вам могут пригодиться. Ну и мне пригождаются толстая троса, там с толщиной троса где-то на 16, 17, 18, на 20 это уже очень толстый. Это уже у нас, как таскали детухи раньше, ну и большие трактора кировцы, когда Т-150 были в колхозах. Но это надо самому таскать же. Приехал, ну, на это, как ее звать, в поле, разложил волокушу, и вот таскаю его. Это вроде бы ерунда, вот так со стороны смотреть. Но все это на спине, на своей основывается, и таскать надо, упираться. День потаскаешь, и спина отваливается, или руки отваливаются, так вот. И немаловажный фактор, немаловажный момент в деревне. Я думаю, что у всех были такие моменты, когда где-нибудь там зафигачился кто-то в болоте, и вот везешь этот длинный трос, которым все натаскаешь, там он метров 30 бывает, 35, цепляешь и вытаскиваешь. Бывало и даже, что два троса сцепляют там метров 60 или 100. Ну, я думаю, что у вас тоже было у всех. Так что вот так вот, друзья мои. Ладно, все, на этом все. Пишите комментарии, кто что думает. Все, удачи, пока.